Я вас приветствую, дорогие друзья. Не был дома несколько месяцев в Москве. Приехал, тут такая красота, цветы уже расцвели, кое-что вот цвета. Потом это. Конечно, тюльпаны выцвели, рододендроны часть процвели, уже выцветают, но они, в принципе, цветут до конца лета. Тут разные сорта, разные цвета. Вот. Вода в пруду такая. Вода в пруду, смотрите, какая прозрачная. Глубина несколько метров. А вода какая-то. Конечно, очень скучаю по дому, который строил. Первый раз выспался, кстати, за последние несколько недель. Сейчас пойдем посмотрим, у меня тут была черемуха с Германии. Beauty of Moscow называется. Это где? Это дома в Подмосковье. Так. Сейчас посмотрим. Ой, черемуха, капец. Посмотрите, какая черемуха. Черемуха в Германии привез года 3 назад. Называется Beauty of Moscow. Смотрите, какой цветок, да? Просто прикольно такая. Вот. Так. Приветствуем снова Рижской. Привет, привет. Вот. Конечно. Собаки там. Да, сейчас пойдем к собакам, потому что я ночью приехал где-то в 2 часа ночи. Я их не видел, они меня тоже, они почувствовали, там что-то начали шуметь в вольере. В принципе, они поняли, что я уже дома, но сейчас мы тихонечко к ним пойдем. Канадские кедры здесь растет. Да, ну вода, конечно, еще раз. Смотрите, просто прозрачная, как в стакане с водой. Вот. Какая погода в Москве? Где-то 25 градусов сейчас. 27, я думаю. Так, волейбольная сетка. Сейчас надо будет соседок позвать на волейбол. Гена, а чего они растянули сетку? А? Давай поставьте сетку и бульбулятор включи на воде. Какая глубина? Глубина 2,5 метра где-то. 2,5 метра глубина. Так, водопад мой какой. Так. А эти кварцевые лампы все включены, да? Так, и сейчас идем к собакам, друзья. Дед, ну что вы, мальчики, Снежок, а? Ну что вы, красавец, вот он, дед, а? Тигр ты мой родной, а? Тигр, ну что это, мальчик, жарко вам, да?
Водичка, вижу, у вас все есть. Эш, чемпион, вы видите тигр? Снежок, ну что вы тут, как вы тут без меня живете, а? Снежочек, снежочек, аленький цветочек, голубоглазый наш дружок. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Так, ну что вы, малыш, а? Блин, не хочу к вам заходить, а то... Сейчас. Так, у тебя тоже водичка сейчас, а? Сейчас заходить не буду, малыш. А? Сейчас заходить не буду пока. Так, смородина. Малина. Пойдем попозже гулять, сейчас я съезжу на одну встречу, потом поедем, малыш. Да, конечно, цветы, блин. Посмотрите, как красиво цветут, офигеть, да? Ёлки растут с каждым годом, просто капец. Береза моя козырная. Так. Конечно, тут уже, такой дендрарий прикольнее. Вот. Так, капец, а? Ёлки посадил, кто смотрел первый раз, когда интервью было дома, 3 года назад. Елки были 1.70 м, 1.80 м, 2 м. Посмотрите, вокруг забора. То есть они уже имеют некоторые по 4 м. Вот изгородь из елок, кто будет делать, это намного прикольнее, чем той. Причем размер, посмотрите, то есть насколько высокий получился забор. Прикольно. Вот. Римская сосна моя. Так. Дуб краснолиственный наш. Так, что-то вишня не идет. Уже сколько лет дерево здоровое, но до плодов не доходит. Нужно будет его заменить. Так. Здесь где яблони. С яблоками у нас проблем нет. Вот. Так, спасибо за залёт, заря, чемпион. Так. Ну. Вот дерево черемуха. Посмотрите, какое большое оно, прикольное. Вот. Сосны здесь, сирень тоже. Вообще прикольно. Так, сколько шишек, горная сосна, посмотрите, огромное количество, просто. Смотрите, все пестрит таким рыжим коричневым, молодые шишки, просто нереальное количество. О. Так, это китайский вариант бурлаков на Волге, китайские мальчики называются, фонарь. Теплицу покажи. Теплиц нету. Градина там у меня есть в углу, там где помидоры, редиска, щавель, горох. Сосед пришел один, пойду встречать. Ладно. Всем хорошего дня, хорошее настроение, заря, чемпион. Я поехал на встречу, очень много работы. Все, привет, пока.